спасибо организаторам за такой турнир. Понравилось. Команда у нас, в принципе, нету профессионалов, одни любители. С пацанами решили собраться, поиграть в свое удовольствие, как бы. Третье место заняли. Ну, все классно, все круто. Запомнился, наверное, ДСК, самый тяжелый был. Там 2-1 вырвали в конце, как бы. Ну, а потом было, как бы, не сильно сложно. Это первый турнир? Не, мы играли уже, как бы. Своей бандой приходили тоже пацанов. Ну, в первом же раунде вылетели. Дальше они прошли. В этом году удачно все сложилось. Это было давно или? В том году, по-моему, или в позатом. Ну, когда... Таким же составом? Или... Нет, другой состав был. Послабей. Ну, в целом, классный турнир, как бы проводить его стоит дальше. Нам понравился, будем дальше участвовать. Все отлично. Нормально собрались ребятами, поиграли, выходные дни заняли себе. Весело. Провели время. Ну, финал тяжеловато было, солнце. Плюс против профессиональных игроков вышли и рай побили футбол. Ну, лицом в грязь не упали, по пенальти проиграли. То есть все хорошо, все. Мне все нравится. Самый сложный матч это финал был? Да. Ну, не скажешь, что он там сложный какой-то. В плане эмоциональном как-то спокойно отыграли. Вы даже проиграли 3-0 и вернулись в игру. То есть. Не знаю. Мы на каждый матч выходили побеждать заряженные, поэтому я не могу выделить кого-то, соперника какого-то. Мы со всеми выходили, показывали свой футбол. Расскажи о своей команде. Кто играет? Ну, мы почти все работники лесхоза. Ну, и решили в выходной день собраться, потренироваться, так сказать. Вот. Раньше не принимали участие? Нет, первый раз собираемся. Первый раз. Ну, в целом впечатление? Вот. Мне понравилось, хороший турнир. Ну, турнир вообще классный, и традиция классная, и надеюсь, что будет продолжаться. Я знаю, что, ну, уже это не первый сезон. Мы первые, как бы, первый раз участвуем, раньше не участвовали. Увидели объявление, я увидел у вас там, ну, на Гомель ВКонтакте, ну, и заявились. Команда Fast, ну, тут все ребята, которые когда-то занимались в детских спортивных школах, даже которые играли в профессиональных клубах, ну, по молодости, потому что у нас уже, как говорится, ветеранская команда, одна из тут, мы посчитали на 10 заявки больше 300 лет, получается, ну, короче, всем за 300, за 30 точнее, а даже есть и 41 наш вратарь Дима Гатиловский. Ну, мы раньше играли, как бы, и на город, там, и Кубок Костяковки, ну, и здесь вот решили собраться, попробовать поиграть. Получить удовольствие. Ну, турнир классно прошел, вопросов нет, и, ну, и молодежь играла, и, ну и мы поиграли. Еще победили, это вдвойне приятно.
Пенальти — это лотерея, повезло нам. Заслужит.